освобождается от лишней вот этой растительности. Ему легче становится. И нам легче. Ну это все лишняя зелень вытарчивает, да? То есть все грозди там, то есть вы их не задеваете, просто зеленую массу убираете. Есть такое понятие, зеленая масса на один куст винограда. Поэтому когда вот эту шпалеру я делал, вот это все называется шпалера. Да. Столбы, все. Да. И вот когда она создавалась, я определил, что мне надо метр зеленой массы. Ага. Вот он. Все. Для этих черноземов метра зеленой массы вот так. Угу. Все. Ну, у вас сейчас полумеханическая обработка, да, вот так. А потом пойдете руками освобождать грозди? Нет, мы этого не делаем. Наверное, нет, это самое. Мы не делаем, затраты потому что бешеные. Это затратно. Это уже... Вы понимаете, было бы у нас виноделие нормально развито, то есть в России, то есть я мог бы... По-человечески, понятно. Выйти и продать. Да. Выйти и продать. Да. Я бы этим занимался. Тогда можно было. Улучшал бы еще качество. Но. Пытался бы получить качество намного выше, чем сейчас. Да. А так иначе нужно косить под дураков, что мы приглашаем туристов, мы продаем там как туристам. Черти че за. Надо точить. Виноград после чеканки. Красивый, стриженный. Городские газоны прям. Красностопо-анапский. Вот, любители виноделы, обращайтесь. Я же знаю, что у вас проблема с виноградом. Все нынче есть. Чины всякие разные. Поправки к законам. А вот винограда на Кубани нет. А здесь есть Красностоп-анапский, красностоп года. Мацване. Мацване. 2 года? Да. А 2 года? А что так много кисточек-то? Лоза молодая. Я же вам про чего рассказываю, что он быстрее вступает и в плодоношение, и как бы работать с ним полегче. Ну с кем? С этим сортом винограда? Нет, когда такая формировка. И тут еще очень много надо усилий приложить для того, чтобы его ввести в это состояние. Но лоза-то молодая, все равно по стволу же идет питание-то. Мне агроном сказал убрать не больше 4 кисточек на лозу. Я все посрезал, а вы мне тут показываете, у вас 15 кистей. Нет, у меня один гью дает 1,5 килограмма винограда. Один кустик. Вот это мацване. Мацване. А что вам нравится? Технический сорт? Это технический сорт. Это очень вкусное белое вино. Ну, этот мацване, его, как его нашли? Это не привезли из Грузии его сейчас. Он рос в районе этого, как его, не субцеха, Рассвета. Рассвет? Да. А, там питомник-то был. Брошенные виноградники старого совхоза. Угу. И вот там я попросил, чтобы мне взяли и привили, потому что вот этот мацване уже у нас прожил. И он более адаптированный, чем тот, который привезут с Грузии.